Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Неркин, и мы сегодня с вами поиграем в замечательную игру под названием Craft the World. Это четвертый или третий выпуск моего нового проекта, старого точнее проекта под названием Game Time. Ну что ж, давайте начнем. Игра выполнена в стиле Майнкрафта плюс Террария, но со своей отсебятиной, так сказать, и эта отсебятина просто на высшем уровне. Ну что ж, давайте поиграем. Это 2D-шная игра, в которой мы играем за вот такого вот майнера. Тут полностью на русском языке текст знака. Давайте пишем Неркин. У меня теперь есть собственный знак, отлично. Хорошо. Толком я так и не знал, что здесь, что нужно тут сделать. Как тут нужно играть. Звуки сделаю чуть потише. Окей, все. Толком не знаю, как правильно тут играть, но все равно... Ага, вот, такой ты шустрый и быстрый. Эй, ага, быстрее можно как-то или нельзя? Ох, это будет долговато. Ну что ж, давайте пока посмотрим интерфейс, ты пока бай, дружище. Ох ты, отлично. Ты что, золото? Задание выполнено, отлично, тут даже есть задание. Отлично, это золото, что ли? Это стоп. Это золото, что ли? Эй, с этого вышло золото, что ли? А, смола, окей, хорошо. Ладно, как видите, графика здесь просто отличная. Есть задний 2D-фон, который может двигаться. Также здесь есть много всего разного. Ух ты, тут даже есть грунтшоп, ух ты. Ну, мы к тебе попозже чуть подойдем. Даже тут есть курица, отлично. Ну что же, не знаю, если эта игра вам понравится, то мы с вами поиграем в нее очень-очень много раз. Ну, в общем, я сниму пару серий и сделаю это не с геймтайма, переведу это с геймтайма в прохождение этой игры. Ну что же, так, я так понял, это у нас workbook, в котором напишется, нам рассказывает, что нам нужно сделать. Окей, прокопать тоннель. Многие полезные ископаемые находятся в глубине земли. Отметьте исследовательно несколько блоков по направлению вниз, чтобы выкопать тоннель. Окей. Новая технология, простые инструменты. Чтобы освоить технологии, изготавливайте относящиеся к ней предметы. 200 опыта, окей. Хорошо, давайте мы попробуем. Чтобы ты... Ага, нам нужно создать немножечко. Окей. Это что у нас тут нужно такое создать? Ага, дерево. Информация. Основной возобновляемый материал для строительства и изготовления мебели и других предметов. Окей, хорошо. Так, это что такое? Знак осторожно. Знак осторожно. Установите табличку, чтобы запретить гномам ходить через это место. Например, если там много сильных монстров, которые им пока не по зубам. Ого-го. Ага, и у нас даже нету информации. Знаете, что нравится? То, что нужно рецепты знать все. Тут нужно выучить рецепты, как в Расте. Это очень прикольно. Создатель этой игры сделал. Хорошо, каменная кирка. Каменная кирка. Нам нужно хотя бы... Камень, топор, камень, дерево. Окей, а у нас хотя бы... Так, ты у нас тут кто такой? Ага, ты у нас здоровье, голод есть, все отлично, есть. Что у нас тут есть? Где еда? Умираю с голоду. Хорошо, посмотрим, что у нас там с едой есть. Шишка мы можем как-то... Мы сюда можем шишку, что ли, перенести? Это я не понял, что нужно здесь делать с ней. Окей, инфо. Шишки, яблоки, гномы могут есть сразу же, как только находятся их при добыче древесины. Ага, окей, понял, все хорошо. Так, я что-то не слышу музыки. Эй, музыка что, уже кончилась так быстро? Все, где музыка? Вичес. Ага, все, два раза нажать на блок, и у нас получается есть камень. Мне вот интересно, чем ты долбишь камень? Вот что самое интересное, ты долбишь камень каким-то непонятным веществом. Ага, отлично. Я пока тебе создам... Так, у нас только один камень. Блин, нам нужно три камня сразу. Так, ну-ка, пока что он копает. Давайте посмотрим, осмотрим весь мир. Там у нас пещеры уже пошли. Это песчаный блок, я так понял. Блин, графика здесь просто на высшем уровне. Мне это нравится. Ух ты, барашка даже есть. Круто. Игра, конечно, на стадии разработки, но все равно игра просто изумительна. Так. Так, окей, хорошо. Это тоже. Так, что у нас тут даже есть одеть? Так, у нас есть рубаха. У нас есть... А, инструмент для рубки деревьев. Мы каменным ножом, что ли, бьем? Инфо.
самый простой нож, который есть у большинства гномов. При их появлении универсальное оружие и инструмент для добычи ресурсов. Рубка. Ага, тут даже есть скорости добычи. Это уже что-то. А ну-ка посмотрим. Надолго, конечно, он копает. Это напрягать начинает иногда. Что он так долго копает. Но все равно. Интересно, я могу им ходить? Нет, я не могу им ходить. Я могу только... Прокопать тоннель. Отлично, выполнено задание. Эй, стой! Бич, стой, забери эти камни себе. Впереди дома. Ух ты, он сам. Ага, он сам ходит. Но мне только не нравится то, что я не могу ходить. Это очень плохо. Ладно. Тогда давайте создадим пока что портал инфо. Заклинание открывает портал, ведущий к складу. Гномы могут перемещаться по нему в оба направления. Нужно две маны. У нас есть 6. А, это думал вода. Это не мана. Окей. Так, какой-то крафт. Есть у тебя крафт? Ага, нет, у тебя нету пока что крафта, к сожалению. Но я знаю крафт камни. Хорошо. Давайте дерево. Так. Ага, тут нужно свайпами перетаскивать. Хорошо. Не нужно пока что кирка. Ладно, я, наверное, взял только топор. Окей. Топор у меня есть. Это мне радует. У меня есть топор. А, стоп, я еще его не скрафтил, походу. Ага, это стоп, это два, что ли, топора здесь сделали? Что? Я просто не понимаю, как тут все заведено пока что. Может, это скорости какие-то. А, ладно. А, это я сделал два топора. Блин, вот я говнюк. Ладно, нам нужно еще немножечко. Пусть пока покопает. Но странно то, что нету звука. Это меня напрягает, если честно. Только что же была вот такая прелестная музыка. Все так было круто, а теперь стало как-то все по-плохому. Ладно, хотя бы такие звуки тоже будут. Кстати, почему-то Action Mirrorless не захотел принимать эту программу, и она немножечко подлагивает, когда я снимаю ее в 30 FPS. Может, нужно поставить больше, чем 30 FPS, тогда она будет плавненько вот перемещаться. Или она уже перемещается плавненько. Вроде бы все хорошо. Так, сколько у нас камней? У нас мало камней. Так, камней или камней? Не знаю. Так, хорошо, у нас уже есть что-то, да, камень, отлично, но у нас нету дерева. Shed is gonna shed. Окей, а как нам нужно добраться к сей горе? Это пшеница, что ли? Еще не выросло. Круто. Это дерево. Ух ты. Так, это что такое? Это был только что росток, это, наверное, росток. Блин, гномы прикольные, чуваки, так... Ну что же, и теперь мы с вами можем создать каменную кирку. Это не так уж и просто было, но все же, ага. Но она требует у нас... Блин, нам нужно больше дерева. Ага. Ты говоришь, что у тебя нету... Ага, видите, я ему послал тогда задачу, чтобы он это сломал. Видите? А он говорит, что у него нету маршрута туда, потому что он, видите, не может идти туда идти. Нужно походу прорывать. И я вот не знаю, действует это все как бы с физикой, потому что... Оу-оу-оу-оу, шет! Или если я прокопаю вот тут, чтобы ничего не упало. Так, у нас есть смола. Со смолой я, честно, не знаю, друзья, что нужно сделать со смолой. Но мы тогда уже посмотрим. Так, хорошо, давайте создадим пока что самое стандартное, это кирочку. Потому что у нас есть только кирочки, рецепт. Я так понял, мы сейчас получим какой-то опыт, там, плюс 200 опыта. Так. 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 И вот так. Все. Отлично. У нас есть теперь каменная кирка. У нас есть каменная кирка, у нас есть каменный топор. А, можно мы как-то его оденем, что ли? Так. Каменный топор у нас, ой, кирка у нас идет сюда, а вот топорик, я так понял, идет вот сюда. Отлично! У нас есть нету меча, к сожалению. Так, чтобы освоить технологию изготовления тысячи всех не предметов. Простые инструменты. Ух ты! Гигантский клещ! Фу, господи, как я не обожаю, как я... Господи, моя фобия это то, что я не люблю, я вообще них ненавижу, клещей, фу! Так, ну давайте посмотрим. Зомби. Повреждение 45, скорость 2, здоровье 3. Эти нелепые создания приходят после захода солнца, движимые голодом и ненавистью ко всему живому. Могут быть опасны, особенно нападая группой. Будьте начеку, братья. Так, гигантский фу, кальмирский клещ. Повреждение 30, даже чуть-чуть меньше, чем у зомби. Скорость 2 такая же, как у зомби. Здоровье 40, уже побольше, чем у зомби.
Этот вредитель может упасть с дерева... Так, этот вредитель может упасть с дерева, особой угрозы не представляет. Но дровосекам канала следует быть внимательней. Окей, заметки. Где я оказался, что нужно делать? Это наверное, обычно каким-то... Что нужно делать, окей. Так. Дом. Золото, так, дерево, технологии, это что такое? Ух ты. Так, не нужно что ли? Ага, я понял, друзья, я понял, почему нам нужно, видите, доделать еще чуть-чуть. Так, ух ты, а это побыстрее, наверное, будет. Отлично. Да, это будет побыстрее, наверное. Ух ты, сразу трава заросла. Так, ты с гном осторожно, у тебя сколько там жизни хотя бы? Нет, нету. Так, отлично. Ух, так ты еще можешь лазить. Жесть, я даже не знал. Круто. Создать, давайте посоздаем еще немножко топора. Ой, еще немножко кирки, потому что топора у нас два, а кирочек у нас только один. Так. Да, отлично. Награда плюс 200. Отлично. Древо технологий. Так, теперь у нас есть что у нас? Обработка дерева. Дубинка, лестница, мост из бревен, деревянный люк. У нас есть кровать из листьев, деревянный стол. И деревянный стул. Хорошо. Это меня радует. Это радует, но я, наверное, знаете что? Награда. Тотем. Каменная кирка. И это что такое? А, это новый уровень, походу. Так, новое задание. Создать. Население выросло. Ух ты, у меня даже есть новый чувак. Ого-гошеньки. Тотем. Круто. У меня есть дубинка, которой я могу управлять. Так, музыка стала немножко громче. Чтобы вам не давило на уши, и мне тоже не давило на уши. Так, хорошо. У меня есть кровати здесь, а мне нужно листик. Так, я, наверное, пока что пойду нарублю себе дерево. Я знаю, что ты хочешь спать. Давайте пока что порубите мне дерево. Вы двое. Ух ты, они вдво... Чё? Клищ, говно, клищ. Фу, бей его, бей этого говнюка, бей. В рожу ему. А какого черта вот тут какие-то хрени? Жесть, как же все страшно-то ночью. Это жестоко. Быстро, друзья, я вам сейчас сделаю кровать, чтобы вы поспали и все было хорошо. Господи, какой же тут экстрим, Игра просто сногсшибательна, друзья. Она просто реально сногсшибательна, она нам тоже должна понравиться. А ты куда полез-то? Ух ты! Круто! Чувак мочит. Реально мочит. Так. О, отлично. То есть, если верхушку сломать, то срубится все дерево или же низ? Что, серьезно? Тут даже есть дождь. Круто, мне это нравится. Неркин. Отлично, знаете, что я сделаю лучше? Как бы это мне убрать? Так, деревушка даже... Неркина. Вот так вот. Да, отлично. Тут даже вода. Какого это черта вода делает? Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. У нас нету листьев. Листья. У нас есть только одно листье. Я не знаю, что делать. Давайте тогда порубим, что ли. Эй. Какого черта? А, это вода. Точно, это же вода обычно. Хорошо. А я могу блоки ставить хотя бы? Какие-то там блоки там... чего-то. Господи, вообще ничего не понятно, но все же игра просто действительно крутая. Так, это, наверное, еда, наверное, моя. Моя еда. Что за хуйня? Моя кирка там. Они спят. Они, походу, спят, и их лучше не трогать. Что за херня? Так, книжечка. Новое задание какое? Так. Построить. Ага, окей. Хорошо, все сделано. Так, давайте я вам создаю. Создаю вам. Господи, они мне уже бедненькие спать хотят. Так.
Так. Окей, так. Одеть. Так, на тебе одну. Еще одну. Не так, я создал, походу, две. Так, хорошо. А как бы мне на этого чувака надеть? А, я знаю, как надеть. Вот, все, теперь нажимаем на этого чувака. Райан, да, отлично. На тебе кирку тоже, на тебе топорик и на тебе дубинку. Все, вы у меня вооружены. Так, хорошо, теперь я думаю так вот. Я знаю, что вы хотите спать. Ну что я вам скажу? Спать? Давайте спите. Как вы будете спать? На чем вы будете спать? Вот именно, что вы ни на чем не сможете спать. Мне же нету этого. О, господи, боже мой, у меня нету листиков. А нет, у меня есть листика. Сколько у меня их? Два листика, хорошо. Один, пацаны, кто-то из вас сможет поспать, другой не сможет. Что же поделать? Такова жизнь. Так. Так. И вот так. Отличненько. Все, у нас есть мебель. Я могу поставить теперь хотя бы где-то вот тут, что ли, ее. Что? Что за дерьмо? Чё ты не хочешь спать? Лол. Почему не хочешь спать? Быстро спать! Ягоды, так, информация. Универсальный ингредиент для блюд, эликсиров и краски. Хорошо. Тотем. И что такое тотем этот? Ну ладно. Так, тотем создает ауру дома, препятствующий появлению... Препятствующий... Ага, вы не будете сейчас спать, потому что у вас нету дома. Хорошо. Но я не знаю, как мне получить. Так, какие у нас тут задания есть? Так... Хорошо, и сколько мне нужно его? Так, где мое это дерево, древо технологии? Так, 39, мне нужно это все изготовить. Хорошо. Создать. Вот такая вот интересная так структура, чтобы мы, это, как его, чтобы мы с вами начинали как бы продвигаться дальше, видите, обработка дерева, все как бы поднимать наш уровень. Так, 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 лестничку, давайте тоже попробуем сделать одну лестничку, так. Так, и знаете, что мы пойдем? Давайте мы пойдем вот сюда ломать это дерево. Так, потому что дело движется к утру. Дело движется, точнее, не к утру, а к какому-то хламу. Я не знаю, как мне добраться к этому чуваку. А этот чувак даже не спит, потому что он даже не боится. Ух ты, это скелет, в жопу скелета, я не боюсь туда идти. Так, так, ух ты, тут даже есть яблоки, что круто, яблоки... Так, да, типа, забирайте быстренько яблоки. Вы пока что только можете так все это делать. Не-не-не-не, стой, стой, бей там, хвнюка, стой, бей, 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 бей. Забрал моего... Это призрак какого-то шахтера, похоже. Так, книжечка, заметки. Нет, билетари. Так, что это все? А, какой-то больше что-то за херня, которая какая-то летала вот тут. Ладно, пока что не буду. Не покидайте деревушка Норкина. Давайте как-то я могу ее удалить. Давайте лучше удалить, потому что она мне мешает. Так, хорошо. Яблоки у вас есть. Так, давайте приступать дальше к работе. А ну куда? Куда? Бей, бей этого говнюка. Бей говнюка, бей говнюка. Эй, эй. Ух ты, как они его быстренько так засмуговали. Так, окей. Все, идите, давайте, добывайте еще дерево. Так, мне нравится, что начался уже день начался. И я постараюсь какой-то во второй серии как-то... Он, видите, даже он не боится их, этих дерьмовых чуваков, добраться к этому чуваку в следующей серии. Так, думаю, на этом все, дорогие друзья. С вами был Биклича! С вами был Неркин. Думаю, на этом все. С вами мы здесь закончили. Всем удачи и ждите новых серий. Пока-пока.